Всем привет! С вами Настя Павленко. Я очень рада видеть именно тебя на своем канале. И сегодня я хочу вам показать свой альбом для рисования. Ну, а перед просмотром этого ролика не забудь поставить пальчик вверх. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. Ну а мы давайте перейдем к ролику. И вот как выглядит мой альбом для рисования. Эту обложку я сделала. Тут так. И тут тоже самое. На первой странице мы видим чашку кофе и всякое такое. Дальше у нас идет фрукты. Тут я нарисовала кота. Тут мы видим собаку, а дальше медведя. Тут у нас весна приходит, вот даже птицы. А здесь зима. На следующей странице у нас ваза с цветами. Ну а далее у нас осень. Если тут вы не понимаете, то это деревья, трава, вода, песок. Тут у нас кролик. Далее мы видим елку, а тут игрушка для елки. Тут тоже елку видим. И тут я нарисовала собственные духи. Ну, как бы я придумала. Тут уже 8 марта нарисовала я. Здесь я нарисовала эльфиную башню. Бонжур, Пари. Бабочку. Далее у нас идет с Новым годом 2019. Поздравляет вас Дед Мороз и Снегурочка. Тут у нас только Снегурочка, а далее у нас идет собачка, птица, попугай, конь, рыбы, 23 февраля, просто дом, белку, тигр. На следующей странице нарциссы. Далее у нас три свинки. Вот еще весна. Далее у нас идет кулич с яйцами. Тюльпаны. Незнайка. Далее у нас идет «Мы за здоровый образ жизни», смешарики, продавщица. Пирожное. Далее мы видим «Ну погоди». Еще медведь. Тут я нарисовала «Люблю музыку», наушники, микрофон, всякое такое. Далее я нарисовала яблоко. Коровушку. Лису. Горы. Зебру. Это 2020 с Новым годом. Год крысы. Тут у нас Рождество. Лев. Обезьяну. Здесь мы видим змею. Далее я нарисовала панду.
23 февраля, 8 марта, 1 я нарисовала девочку. Здесь 1 июня, день защитников детей, и первый день лета. Медведь. Волк. Тут я нарисовала королева осени. Здесь божью коровку. Кошку, как спит. Миньона. Мишка. Тут нарисовала маникюр. И это у нас последняя страница. Я надеюсь, что тебе был полезен этот ролик, что у тебя появились новые идеи для рисования. Если это так, то поставь пальчик вверх. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. Подписывайся на мой Инстаграм. Также и на мой ТикТок. Ну, а с вами была Настя Павленко. Всем пока!